Сегодня в Мьянме проходят парламентские выборы. Более 150 кандидатов от 17 политических партий претендуют всего на 45 мест в парламенте. Однако эксперты полагают, что практически все они достанутся оппозиционной партии «Национальная лига за демократию». Ее лидер, лауреат Нобелевской премии мира, долгие годы находившийся под домашним арестом Аун Сан Су Чжи, впервые согласилась участвовать в выборах после того, как 22 года назад набрала большинство. Но военные, находившиеся у власти, результаты решили проигнорировать. Нынешние выборы – третий за последние полвека, и люди с ними связывают надежды на реформы. Второй раз в жизни я голосую, и я надеюсь, что наша страна действительно изменится. Это очень хорошие выборы, потому что наш президент настроен на изменения. Если Аун Сан Су Чжи победит, возможно, дела Мьянмы пойдут лучше. Накануне лидер оппозиции уже заявляла, что голосование нельзя считать честным и прозрачным, так как в ходе предвыборной кампании были допущены многочисленные нарушения. О нарушениях на избирательных участках говорили сегодня наблюдатели от ее партии. Однако представители международных организаций, приглашенные в Мьянму, считают, что пока голосование проходит на должном уровне.